Уважаемые любители хоккея, здравствуйте! Добро пожаловать на хоккей, на очередной матч третьего тура Кубка Федерации среди команд не старше 2010 года рождения. И у нас на повестке дня противостояние между командами Бинокор, город Ташкент, и команда из Узбекистана против алматинского Спартака. Последние приготовления к старту этого матча. Довольно много сообщений в чате я уже увидел. Всем здравствуйте еще раз и большое спасибо, что вы с нами. И болеете, поддерживаете за свои любимые коллективы. Ну что, стартовое вбрасывание. И мы можем начинать. Точка вбрасывания — это Разживин, это Ниязов. И погнали. Все, старт этого матча. И мы начинаем. Спартаковцы выигрывают точку вбрасывания и намечаются в атаку. Но здесь Бинокор выстраивает свою линию. Самойлюк уходит на вираж. Максим Самойлюк бросает, но мимо створа шайба попала. А вот здесь Жангир Булат, его уже попытка здесь была для броска. Бинокор сегодня одержал свою первую победу на турнире, был обыгран Бейбарыс, но Бинокор на самом деле практически в каждом матче цепляется за результат, и с Бригантиной ушли в овертайм, и с Актобе ушли в овертайм, так что на этом турнире Бинокор классно играет, и спартаковцы уж точно не получат легкой прогулки сегодня. Бинокор будет навязывать свой хоккей. Отсюда интрига, отсюда интерес к этому противостоянию. Богдан Стрельцов
играет на Максима Разживина. Макс набирает скорость. Тут это другой Максим, который Самойлюк. Шайбу подхватывает. Идет Самойлюк. И забивает первую шайбу в этой встрече. И Максим Самойлюк вот здесь. Подхватил он эту шайбу, обыграл двух соперников и переигрывает. И переигрывает Эмиля Рахимова, прекрасно действующего Эмиля Рахимова на этом турнире. И Максим Самойлюк открыл счет в этом матче. 1-0 в пользу Спартака. И продолжаем следить за ходом этого противостояния. Но тут еще периодически у нас такие вот проблемы с сигналом из Каменогорска. Иногда трансляция подвисает, поэтому так вот предупреждаю, чтобы вы были готовы в случае чего на такой расклад, потому что вот стрижи с Бибарысом играли, и там тоже так трансляция иногда прерывалась. Усть-Каменогорска. Магомед Талашев играет дальше. Вот такой вот отскок. Еще один подбор. Белецкий. Артемий подхватил эту шайбу. Дальше Демченко. Еще один отскок. Белецкий закатил зону соперника. Шайбу держит под своим контролем. И первое удаление в сегодняшней встрече у нас запланировано. И будет оно в составе спартаковцев. Но там Белецкому досталось, Артемий оказался на льду, и будет удаление. Вот, собственно, то, о чем я вас и предупреждал. Вот такие ситуации, к сожалению, для сегодняшнего дня становятся нормой. Это не зависит от нас, конечно же. Так, ну и арбитры выписали штраф. Очередное выбрасывание. Вот он, Магомед Талашев. Отправился на скамейку. Так, ну и смотрим за большинством Бинокора. Но, правда, здесь перехватил шайбу Разживин. И идет Разживин вперед. Поставил корпус бросок. Самойлюк добивает. Рахимов успевает. Успевает Эмиль Рахимов среагировать на этот бросок. Шикарнейший момент сейчас возникает перед воротами. А вот тут добивание. Как не гол? Как не гол сейчас, а? Ну тут казалось, что уже все. Бинокор забросил, но нет. Каким-то непостижимым образом шайба разминулась со штангой ворот Александра Миронова. И Бинокур не реализовал свой момент. Там еще и Тимур Ниязов получил какое-то повреждение. Ну и вбрасывание выносится в среднюю зону сейчас. Да, вот такие вот моменты, к сожалению, могут быть присущи этому матчу. Поделать с этим сложно, что пропадает интернет там из Каменогорска. Богдан Стрельцов дошел до шайбы, отдает передачу Максиму Самойлюку. Самойлюк. В ближний угол ворот бросает, но не точно летит эта шайба. Жангирбулат оставляет снова Самойлюку. Самойлюк дальше через Богдана Стрельцова. И здесь уже в обратную сторону. Арбитры выписывают штраф. Теперь уже Бинокор нарушил правила. И в штрафной бокс отправляют Катержона Иргашева сейчас. Ну и у Спартака Максим Разживин против Асабека Абдалязова на точке выбрасывания, и Бинокор забирает борьбу в этот подбор. Еще один отскок. Сохранился Шарапов. И вот уже спартаковцы в полном составе. Теперь уже они вправе рассчитывать на
полноценное большинство. Асадбек Абдалязов. Подбор за Жангиром Булат. Останавливается за воротами Жангир Булат. И начинает движение в атаку. Сейчас Жангир Булат под контроль шайбу забрал. Вперед покатил Булат. Еще одна диагональ. Здесь Самойлюк против Марушанова. Самойлюк. И вот здесь выждал паузу. Перевод на вершину. Жангир Булат. Блокирован этот бросок. И затем ложится она на пятак. И там Роберт Губер. Ну, даже если бы и забросил Роберт Губер, все равно эту шайбу не засчитали бы, потому что Разживин отдал пас рукой на Роберта Губера. Роберт тоже к нам в чат приходит, спрашивает, как у нас дела. Ну, скоро увидимся. На четвертом туре лично можем пообщаться. Ну, а здесь атака со стороны Спартака и Султан Сейдкасым. Это был еще один отскок, диагональная передача, подбор. Вот как быстро все перескакивает, да, в нашей игре. Сейдкасым, вот здесь передача, но себя в зоне внимательно. Санжар Илия сыграл сейчас. Еще один отскок и уходит эта шайба. Так, Пинакор под контроль, хорошо. Бергашев подержан через партнера. Но здесь бросок, который... так все перескакивать тяжело. К какому-то моменту вообще присмотреться. Вот здесь Самойлюк. Самойлюк бежит вперед. Максим бросает и забивает вторую шайбу. Максим Самойлюк. Дубль в этой встрече. И как забросил, да, сейчас. Какой получился бросочек Максима Самойлюка. Неотразимый. И счет увеличивается. 2-0. Ну и готовится очередное вбрасывание. Асадбек Абдалязов на точке. Подбор, обыгрыш, контроль, Самойлюк. Передача! И здесь Разживин едва не завершил эту атаку. Жангир Булат принимает шайбу, бросает направление ворот. Здесь Роберт Губер. Перевод в район пятака. Пытаются закончить это все дело голом. Красно-белый, но Бинокор против. И бросок Разживин. Так, ну и снова вбрасывание. Асадбек Абдалязов против Разживина. Вбрасывание за Мясниковым. Мясников с неудобной руки. Иргашев. Здесь встречает Марк Галтуренко. Вот такой вот подбор. Вот такая здесь борьба. И Роберт Губер пошел в угол площадки. Еще один отскок. Здесь Самойлюк доработал. Самойлюк прокинул дальше. Опа, а вот здесь не получилось у Бинокора шайбу-то вывести. И еще одна передача. Самойлюк. Передача. Жангир Булат. Булат идет вперед. Бросает поворотом, но справляется Эмиль Рахимов со своей задачей. И затем вывели пинокоровцы ее подальше до понадежной собственной зоны. Жангир Булат на синюю линию. Здесь потеря. Снова Жангир Булат. Еще одна передача. Диагональ. И доходит Роберт Губер до этой шайбы. Поставил тут паузу. Дальше Самойлюк. Но неплохо Самойлюк-то доработал. Правда, здесь вышла шайба из зоны. И Разживин. Через пасик отыграли спартаковцы. Передача. Разживин против Марушанова. Разживин молочек. Доработал этот эпизод. И передача в направлении пятака. А тоже достаточно неплохая была. Марушанов.
Так, длинный такой пас на красную линию. Васит Раджабов здесь совершил касание. И снова следует отскок. Максим Самоилюк оставляет шайбу Жангиру Булат. Булат дальше. И Султан Сеид Касым. Сеид Касым в середину. Следовал пас. И вот здесь Галтуренко. Дальний бросок. Застревает шайбу в гуще игроков. И в итоге бинокоровцы вывели ее подальше из собственной зоны. Жангир Булат. Ну и вот такое оставление, да, получилось. Ни туда, ни сюда. Садбек Абдалязов. Через Тимура Ниязова. Ниязов. Нет, это Мясников. Мясников. Ай-яй-яй, на Иргашева. Но Иргашев оказался не готов. Снова начало. Новые атаки. Иргашев. Еще один подбор. Галтуренко. Марк отдает на Бикнура Рызбекова. Рызбеков. Развернулся Рызбеков. Ищет продолжение этой атаки. И дальний бросок. И шайба в воротах. А было ли там подставление или был это прямой бросок? Сейчас посмотрим. Вот здесь Демченко, да, бросал. Ну, послушаем объявление судьи-информатора, дабы разобраться в этом эпизоде. Нам-то там все и подскажут сейчас. Сейчас послушаем. Дабы не быть голословными, кто там автор гола. Было ли там подставление на чужом пятаке. Ага, Марк Галтуренко. А значит, не было подставления, был прямой бросок. И Галтуренко с дальней дистанции забрасывает третью шайбу Спартака в сегодняшней игре. Мясников. Идет вперед Мясников. Бросает поворотом. Еще один отскок. Белецкий начинает подбирать эту шайбу. Начинает разворачиваться и искать себе момент. Белецкий. Еще один пас. И вот здесь момент. И упускают. Упускают ташкентцы шайбу в этом эпизоде. И уже атака Спартака намечается. Айтмагомбетов бежит вперед. Пошел прессинговать соперника. И снова у нас такое вот подвисание. Картинки получилось. Так, ну и здесь Бинокор забросил. Вот так вот. Вот так вот. Отвисла картинка. Шайба в воротах. Миронов разводит руки в стороны. Бинокор обнимается. Как она там оказалась? Кто ее забросил? Я не знаю, но знаю точно одно, что Бинокор отыграл одну шайбу. Не очень быстро команда из Ташкента возвращает, да, интригу в этот матч. И кто забросил? Ниязов? Ну и там еще одна пауза возникает в этой игре. Мясников. Юрий Мясников, автор гола. Все, возобновилась встреча. Идет новая атака Спартака. Бросок выше цели. Пролетела эта шайба. Вот здесь передача. Роберт Губер открывался. И снова Губер. Ах, сошла шайба с его крюка. И тут же контратака Бинокора развивается. Передача на Амаля Шингараева. И Бобир Махмуров здесь тоже поактивничал. Бинокор возвращает шайбу себе. Бинокор продолжает ее контролировать. Да что ж такое-то. Вот так мы и упускаем нити игры. Тут подвисло, там подвисло. Тяжело перенастроиться. И вот здесь Галтуренко. Максим Самоилюк. Ну, говорили, что на втором туре и того хуже было. Бинокор, по-моему, не приезжал на второй тур. Да, их не было. А вот
спартаковцы были. Ну и рассказывали представители других команд, что трансляции тогда прям вот очень сильно подвисали. Начало атаки Бинокора. Передача в середину. Побежал вперед сейчас Тимур Ниязов. Ниязов заходит за ворота. Передача и гол. Амаль Шангараев. Ай да Бинокор. Ай да Браво. Отыграли. Отыграли две шайбы. И осталась еще одна. Вот такая вот атака. Вот такой вот проход, вот такой вот пас, вот такое вот завершение. Амаль Шангараев, который с пятака сегодня уже вторую шайбу забросил. Шангараев до этого таким образом забросил Бейбареса, но не совсем таким, там же было подставление. Да, было подставление в игре против Бейбареса, а здесь он уже именно прям забросил шайбу. Но факт в том, что обе шайбы с пятака. И Амаль Шангараев еще раз подтверждает ту теорию и ту практику, что находясь на пятаке соперника, ты имеешь большие шансы найти свое счастье. Да, помимо этого ты еще имеешь шансы получить по рукам, тебя будут толкать и так далее, и так далее. Но голы с пятака идут. Ну и молодчик Амаль Шангараев, что не стесняется туда ходить. Ну и судьба его за это вознаграждает. А здесь Бинокор, Ясёев, Ибрахим играет. Дальше Мясников бросает по воротам. Рикошет, отскок, подбор. Бинокор снова идет вперед. Мясников. Красавцы, Бинокор, Бинокор вперед, пишут в нашем чате болельщики ташкентской команды. Ну и молния из Аксу тоже поддерживает, поддерживают болельщики этой команды Бинокор, так вот они сдружились. Нравится молнии, болельщикам молнии команда Бинокор. Так, здесь нарушение правил, Спартак в большинстве. Но и переусердствовал Искян Марувжанов. Эх, Искянчик, ну, оставил команду в меньшинстве. Теперь вот партнеры будут обороняться. Вбрасывание, подбор, разворот, Самоилюк. Здесь отлетает шайба. Так, с заворотами. Игроки Спартака раскат начинают, широкие, через открывание, пас на синюю линию, обводка и пока без броска. Асадбек Абдалиазов вывел шайбу из зоны, аккуратненько, надежно, Галтуренко докатывает назад, Галтуренко начинает атаку своей команды. Марк Галтуренко бежит, обыгрывает соперника, бросает в ближний угол от вратаря. Вот здесь Самоилюк. Еще одна передача. Жангир Болат. Снова Самоилюк. Ну и здесь выброшена эта шайба. Ну и здесь дошла шайба. Да, очень нравится нам эта ташкентская команда. Они здорово прибавили с осени, это радует. Но тут не могу не согласиться, поскольку сам уже неоднократно в эфирах прогресс Бинокора отмечал, что эта команда очень сильно прибавила. Изменилась она в сравнении с первым туром, но она изменилась не в том смысле, что по именам изменилось, да, и что там новые ребята пришли. Да, по сути, все те же, да, добавился Мясников. Ну, в общем-то, так и все. Остальной ростер команды остался прежним. Здесь еще один бросок в ближний угол Эмиль Рахимов. Шлем, ему шайба угодила. И 30 секунд до завершения стартового отрезка сегодняшней игры, который получается, ну, как всегда, в играх со Спартаком результативный. Ну, ничего не попишешь. Спартак играет ярко, Спартак играет открыто. А там вот хоккеисты молнии расположились за воротами.
Эмиля Рахимова смотрят за этим матчем. А у них как раз игра начнется в 15:30. Они будут играть против Бригантины. И эта игра будет завершать наш игровой день. Здесь Самойлюк. Передача наверх. Жангирболат. Самойлюк. Самойлюк бросает в ближний. Эмиль Рахимов. Да, вот сейчас указание получает Айсултан Сейиткасым, что должен находиться он не возле вратаря, а перед вратарем, когда партнер бросает. Спартак вперед, нам нужна сегодня победа. Вот так вот написали в чат. Ну, Евгений, посмотрим, как там ваши любимцы себя еще проявят в этой игре. А здесь сирена обрывает атаку Спартака, и мы отправляемся на первый перерыв. Ну что, пойдем следить дальше. Бинокор, Спартак 3-2 после первого периода. И это при том, что 3-0 спартаковцы вели. Но затем Бинокор сумел забросить две шайбы и вернуть интригу в этот матч. Ну и дальше будет еще интереснее. Максим Самойлюк берет шайбу под свой контроль. Идет вперед. Передача на чужой пятак. Но здесь уходит шайба, доходит она до хоккеистов Бинокора. Тимур, ну да, это видно, что ваши ребята очень сильно стараются. Я бы еще отметил, что для Бинокора очень важно именно участие в вот в таком чемпионате, да, то есть чемпионате Казахстана, где большая конкуренция, где много команд, где ты можешь расти. То есть выезд за пределы Узбекистана — это уже огромный опыт для ребят. И вот сейчас они, получая эту игровую практику, очень сильно растут. Это однозначно, и нужно продолжать. И это видно на примере и старших команд, да, ташкентских. В частности, вот Ташкент Селект команда, да, которая также была в наших эфирах, мы уже про нее говорили. Так, а вот здесь момент. Они тоже растут, когда играют вот здесь, в чемпионате Казахстана. Потому что больше конкуренции, больше, скажем так, выше уровень сопротивления, конкуренции среди команд. И это все дает повод расти. Ну а это самое главное, чего еще хотим? Развития. Вот и развиваемся. Так же самое можно сказать и про Спартак. Ведь большая часть ребят из алматинской команды съездила в Канаду на международный турнир, турнир PV. И я тоже вспоминал про этот турнир, который
сборная Казахстана выиграла. И вот многие ребята ездили, и Роберт Губер, и Самойлюк ездил, Мирали Талишов ездил, Галтуренко ездил, Миронов Саша ездил. Ну, то есть много игроков Спартака, вот они тоже съездили, получили вот этот вот заряд, получили массу эмоций, а еще и выиграли, что тоже дает огромнейший толчок к развитию. Ну и вообще, опа! Ну и вообще 3-3. Вообще 3-3. Потому что здесь с чужого пятака шайбу забросил Бобир Тулкин Угли Махмуров. 3-3. 3-3. Счет становится. А это фантастика. А это Бинокор. Вот помимо того, что они еще и прибавили, они еще и характер показывают. Да, то есть вот есть моменты, когда команды после 3-0 на старте, вот ты начал игру 0-3, и так вот прям в психологическую яму команда попадает и не может из нее на протяжении игры выбраться. Бинокор, вот так вот они упали, посмотрели, ага, штанины заморали, отряхнулись. И пошли дальше, и нашли свое счастье, молочек. Падали, но поднимались. И сразу еще одна атака, и неприятная атака, и вот здесь Бинокор. И тут Бинокор едва-едва не вышел вперед. Отличный хоккей, классная игра, и будем смотреть, что тут Спартак. Снова борьба в углу площадки, подбор. Ибрахим Яхёев здесь же на подборе. Максим Самойлюк держит шайбу под своим контролем. И Самойлюк со средней дистанции стреляет, но Эмиль Рахимов не дает шайбе оказаться в воротах. И тут же еще одна атака. Садбек Абдалязов. Ну вот, конечно, респект Бинокору. Еще раз повторюсь, главная сенсация этого тура со знаком плюс. Передача на вершину, и вот здесь бросок, и отбивает эту шайбу сейчас Эмиль Рахимов. Ну, такая игра, и очень не хочется, чтобы тут вот чего-то как-то подвисало. Вот прям не хочется. Вот честно, интернет, здоровья тебе. Не болей, пожалуйста, интернет. Эх, когда-нибудь в Усть-Каменогорске будет хороший интернет, но это уже другая история. Жалко, потому что игра пошла, и вот так вот в обе стороны. Тут и те прибавили, и эти прибавили. И все это смотрится воедино, на одном дыхании. Прям все четенько так. Ну и здесь подвисла трансляция. Тимур, а скажите, вот где команда тренируется? На Хумо-арене или есть еще модули какие-то раскаточные в Ташкенте? Потому что, ну, Хумо-арену-то мы знаем. Знаем, что в торговом центре есть лед. И все, больше как бы я про арены в Узбекистане не слышал. Знаю, что в Самарканде, по-моему, есть, да, арена. И даже ведутся разговоры, что в Самарканде вообще скоро команда появится своя, которая будет играть в чемпионате Казахстана. Я имею в виду именно профессиональная команда. Но это будет вообще супер. Это прям, ну, такой толчок к развитию. В любом случае. Ну и... Ну что ж такое, а? Эх, подвисло все, и вот просто какой-то ад для комментатора, когда вот такая вот история возникает. Там идет хоккей, там идет игра, ну и вот такой вот кружочек, который не дает нам покоя. Это печально. Потому что, ну, так вот прям шла игра и хорошо шла. Прям интересно, что там дальше. И как там дальше ситуация будет развиваться.
Завтра команды проведут заключительные матчи свои на туре. Завтра три матча в нашем эфире будет. Это будет противостояние Алма-Атинское, где одни красно-белые сыграют с другими. Стрижи Спартак. Начало этого матча в 7:30. Вот на что еще обращаем внимание, потому что обычно в 8:00 начинаем, завтра в 7:30 стартуем. Ну а Бинокор сразу после этой игры играет с Иртышом в 9:00, но по времени Ташкента в 8:00 эта игра будет. К сожалению, картинка не появляется до сей поры. Ага. Вот, Тимур, спасибо за информацию. Она очень интересная, на самом деле. Команда Бинокор. Ну, она известна, да, еще с советских времен, конечно. И эта команда участвовала и в чемпионатах СССР. Так, ну я не знаю, попробую обновить, что ли, трансляцию. Может быть, таким образом она возобновится. Ну, давайте попробуем. Опа. Она с того же места и сейчас зависнет, да? Так, ну, давайте попробуем. Ну, вот она на том же месте зависла. Она на том же месте зависает, и ничего ты сделать с этим не можешь. Вот сейчас раз... И подвисло все. Вот здесь возобновилось. 4-3 в пользу Спартака. 4-3 в пользу Спартака. Счет стал. Уж пойди тут определись, кто забил, кто забросил, чего и как. Но если вдруг нас кто-то смотрит на арене, я думаю, что в случае зависания трансляции будем обращаться к вам. Хотя бы за тем, чтобы, ну, счет, да, подсказывали нам. Еще раз, вот эти подвисания не ставлю в вину оператора. О, здесь еще одна шайба оказывается в сетке ворот Бинокора. И отличается Максим Разживин. Разживин отличается, да, делая счет 5-3 в этой игре. Вот этот гол-то мы увидели. И вот сейчас залетела шайба. Максим Разживин, ее автор. Так вот, и про что хотел сказать-то. Вину оператора вообще не ставлю, всю эту ситуацию с подвисаниями там и так далее. Уже пусть руководство думает, да, насчет интернета на арене. Оператору напротив большое наше спасибо человеческое. В Усть-Каменогорск отправляется. Так, Васит Раджабов. Но так прям вот, вот прям так действительно жестковато он встретил своего соперника. Жестковато. И Васит поедет в штрафбокс. Раджабов... игрок такой, достаточно жесткий, но не жестокий. Тут два понятия, просьба не путать. Да, и в Самарканде уже создали клуб. Шердор называется. Это на детском уровне, да, клуб этот выступает. Это уже прям, ну, профессиональная команда. Марк Алтуренко. Диагональная передача. И дальний бросок поворотом. В этом большинстве Спартак активен. Снова следует подбор. Максим Самойлюк. Дальше бинокоровцы выбрасывают шайбу. Бежит Белецкий. Отыгрывает еще один пас на Ниязова. Быстрый проход вперед. И вот здесь передачка. Отскок. Самойлюк. 6-3. Максим Самойлюк реализует большинство своей команды. И вот здесь смотрим Разживин. И вот к Самойлюку шайба приходит. Сок поворотом в противоход. И 6-3. И опять в три шайбы Спартак повел. Ну а что сейчас на это все скажет нам Бинокор? И сумеют ли они вновь такой вот камбэк по этой встрече совершить? Ну, не знаю. Посмотрим. Игра покажет.
Мясников на вбрасывании, да, судя по всему, там еще время у оператора сбилось, и играть менее чем 8 минут. Да, времени 6 минут осталось играть. Вот сейчас мы на том электронном табло увидели. Завелась красная машина, говорят болельщики Спартака. Завелась, завелась. Так, ну и снова вбрасывание. Это на точке появился сейчас Юрий Мясников. Подобрал эту шайбу, вбросил в зону соперника. И затем движение вперед, намечается передача. Там кто? Там Демченко. Еще один проход. Ну и затем Искандер Марувжан забирает эту шайбу, развернулся. Сохранил ее Богдан Стрельцов в зону. Но вот тут потеря. Быстрый переход из обороны в атаку. Мясников, Мясников! Ой-ой-ой, Юра, Юра. Можно было сейчас забивать. Можно было сейчас забивать. Еще одна передача, еще один бросок. И здесь подбор, затем передача. И спартаковцы бегут в очередной прорыв. Это делает Демченко. Закладывает вираж. И вот здесь он в углу площадки. Еще один пас. Ну так шайба все-таки ворот с внешней стороны успела побывать. Галтуренко. Отскок шайбы от борта. Там, да. Стрельцов тоже, кстати, был в Канаде. Тоже участник того соревнования. Если не ошибаюсь, да, Стрельцов был. Здесь длинная передача на синюю линию. Акзамов выставляет корпус Галтуренко. Играет по закруглению. Самойлюк. Самойлюк. Движение вперед сейчас наметил. Разживин. Разживин против Марухжанова. Еще один пас, подбор за Спартаком, бросок, ой-ой-ой. Ну и там штанга приходит на выручку. И Бинокор начинает новую атаку. Ну а тут проход, еще один отскок, и Марузжанов первый на шайбе. Да что ж такое-то? Что ты будешь с этим делать? Ну, сегодня прям проблема. Так, ну благо вот здесь атаку мы до конца с вами досмотрели. Самойлюк бросает и попадает шайба в заградительное стекло. А, вот как, да, Тимур? Ну спасибо. Спасибо за информацию, очень интересно. Я вот все планирую в Ташкент приехать, посетить этот город. Ни разу, кстати, не был. Вообще посмотреть Хуму-арену, да и вообще Узбекистан. Очень интересно. Думается, что если отпуск будет продуктивным, то может быть и съездить в Ташкент, почему бы и нет, тем более нас звали туда и звали неоднократно. Вот здесь бросок поворотом, отбивает шайбу Миронов. Ну и, конечно, на Хуму-арене, где играет основная команда, всегда такая шикарнейшая атмосфера, прям на уровне континентальной хоккейной лиги. А вот здесь Спартак. И вот здесь хороший проход. И нет, 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 нет. Нет. И еще раз нет. Новое движение. Искандер Марувжанов заходит в зону соперника. Мощный замах и такой же бросок. И здесь на пути этой шайбы вырастают спартаковцы. Болельщики Спартака с большим уважением относятся к достижениям наших гостей, команды из Ташкента. Вот так вот пишут болельщики Спартака в наш чат. Это отрадно, это приятно. Ну и здесь движение вперед, передача на синюю линию. Зашел Айтмагомбетов. Вбросил шайбу в зону, и Искандер Марувжан. Еще одна передача. Вот такой вот пас, и движение вперед. Вообще, конечно, много идей относительно детского хоккея тут. Хотелось бы, конечно, но это
при должном спонсорстве, конечно, да, если такого и найдется, какая-нибудь компания. Хотелось бы снимать программы про детский хоккей Казахстана, Узбекистана, посещать города, показывать все и для всех брать интервью у родителей, детей, тренеров. Думаю, была бы классная передача, но, опять же, это все пока в зародыше, это все пока только лишь идеи нашего канала на будущее. А здесь отскок шайбы от борта, Самойлюк успевает, отдает передачу назад, снова Максим. Катит вперед, отдает передачу Маружанов, а вот здесь неплохо Кадержан Иргашев закладывает вираж, бросает в ближний угол и не точно попадает шайба. Дальше Мустаев. Мустаев заходит за ворот соперника, держит шайбу под контролем и бросает сейчас Юрий Мясников, но немножко в створ ворот не попал. Самойлюк на Разживина. Еще один подбор. И ушла шайба. Здесь успели к этой шайбе спартаковцы. Самойлюк в середину. И нет, шайба там не пересекла линию ворот. Расстроился Разживин по итогу этой атаки. Но она была неплохой. Всецело неплохой. Здесь Яхюев, да, появился на площадке Ибрахим. А кто на точку-то пойдет? Бинокора никто не торопится. Ну и Ибрахим берет на себя эту ответственность. Он говорит, уйди, да я. Ну и погнали дальше. И еще один отскок, контратака, Мясников. Последняя минута там пошла, 55 секунд у нас остается до завершения второго периода сегодняшней встречи. Опять результативный период. Ну и опять удаление до конца периода в большинстве. Поиграет сейчас коллектив из Ташкента. Сандар Илья удален в составе алматинской команды, так что пока без Санжара, но в меньшинстве, да не в обиде. Максим Самойлюк. Вот так вот. Вот здесь смотрим, как это было. Без броска Самойлюк. Видели, да? Без броска. Это такой трюк, это такой финт. А оно так и делается, да. Вот такой вот гол от Максима Самойлюка. Классный получается. В свою очередь хотелось бы сказать от имени спортсменов и болельщиков всего Узбекистана огромное спасибо всем болельщикам, всем командам Казахстана. Вы всегда доброжелательные и приятные в общении. Вот так. Спасибо, Тимур. Спасибо за теплые слова. Так, и здесь возобновляется эта встреча в меньшинстве. Спартак забросил еще. Бобер Махмуров. Передача, ух ты, не получилось. И вот здесь Бикнур Эзбеков, да, чуть не убежал. И сначала новые атаки. И вот здесь Амаль Шангараев, Миронов, какое спасение от Миронова, браво, Саша, вот как чувак чебучит. Ну и здесь Марушанов, сильный бросок поворотом, и звучит сирена, второй перерыв в нашей игре.
Ну что ж, третий период. Начинаем в этой встрече. Матч между Винокуром и Спартаком. В активном режиме он проходит. Яркий, открытый, результативный хоккей. Уже 10 заброшенных шайб мы с вами увидели. Ну и то ли еще будет. Вот такой хоккей ребятки показывают всем нам. Роберт Губер бежит вперед. Искандер Маружанов. Снова отскок. Шайба по закруглению. Доходит до Жангира Булат. Самойлюк. Булат. Передача назад. Шингараев. Еще один подбор. Передача вперед. И нет, не бежит Ниязов. Доработал сейчас в этом эпизоде Богдан Стрельцов. Вот такая вот передача дальше. Здесь подбор Губера Махмурова. Губер. Кинул Роберт эту шайбу. Вот здесь Самойлюк. А вот здесь Самойлюк. А вот здесь Самойлюк. А вот здесь Самойлюк. Самойлюк. Красавец. Просто красавец. И вот так вот. Да, сейчас эту шайбу и делает счет 8-3 в нашей игре. Классное исполнение Максима Самойлюка. И 8-3. Да, кстати, Ирина, я тоже прекрасно помню тот матч те в Канаде, да, проходившие. Нам тоже удостоилась честь покомментировать этот турнир. И с огромным удовольствием мы это делали, хоть и полушепотом из-за соседей, которые почему-то решили попугать нас полицейскими. Но это не важно. Важно другое, что я тоже помню, болельщики из Узбекистана приходили в чат и поддерживали. Слова поддержки с их стороны были слышны, видны. Это тоже, да, было достаточно приятным таким моментом. Но и здесь выход из собственной зоны удается игрокам Винокура. Потеря шайбы, быстрая контратака, которая заканчивается броском в створ ворот, и там Искак. Уже вступивший в игру. Да, именно Амир заменяет Эмиля в воротах. Но Искаков тоже неплохой вратарь. Надо это признать. Акзамов. Его, кстати, легко узнать по вот этим вот крагам красным. Ну, хотя тут и красные краги еще. Вот, как атака, вот здесь бросок по воротам в красных крагах. И Асылбек Амирсаидов играет. Так, а вот здесь. А вот здесь, а вот здесь Искаков. Забрал шайбу. Очередная пауза в этой игре. Морозов ждет оппонента на точке. Но, как показывает сегодняшняя игра, игроки Винокура не всегда охотно приезжают на точку. Не хотят. Не всегда хотят этого сделать. Проход вперед. Винокур бежит. Махмуров разыгрался. Губер разыгрался в этом матче. Ух. Падение. Врезался он там в Жангира Булат. Булат отпраздновал свой день рождения там по ходу этого турнира. Жизнь хоккеиста, она такова. Здесь уброс шайбы в зону, но Винокура. Винокура в марте родился только Амир Сухов. У него 24 марта будет день рождения. Уже совсем скоро. А там уже дома отпразднуют. Вот здесь передача и снова отскок. Подбор, передача на синюю линию. Маружанов, ну там три игрока соперника. И понятное дело, шайба здесь не дойдет до конечной точки. И снова проход вперед. Сохраняются шайба игроки. Ну и передача за ворота. Здесь еще один момент. И что вообще там происходит такое интересное? Вот здесь обыгрыш. Иргашев.
задержан. Так, чуть назад. Под контролем находится игровой снаряд. Диагональный перевод. Сохранился здесь Иргашев. Пошел обыгрывать соперника. Неплохо у него это все дело получилось. Дальше передача. И вот Мясников и Миронов. О, Сашка. Вот он, Сашка. Здесь Самойлюк. Побежал вперед. Максим Самойлюк. Диагональная передача. Это Роберт Купер. На развороте. Губин пошел за ворота. Асадбек Абдалясов. Жиун успевает к этой шайбе. Санжар Илья. Его перевод. Вот здесь до Самойлюка шайба дошла. Но бинокоровцы, стянувшись одной крепкой стеной, отражают эту атаку. А здесь Мясников. Но не хватает немножко. Это Саша Миронов, который очередное спасение совершает. И тот же контратака. Обыгрыш разжим. Губер. Искаков. Вот так закончилась эта атака. Весело. Весело. Осенью еще Симург был у нас. Пишут болельщики из команды «Молния». И да, Симург был и здесь на втором туре. Но я не знаю, как там сейчас ситуация вся общая складывается. Но хочется верить, что Симург постарается приехать в Павлодар на четвертый тур. Симурга тоже есть. Довольно неплохие по своему уровню ребята. Влада Московцева можно вспомнить. Можно вспомнить и Эльмара Хамзина, конечно. Вот здесь подбор Резванов. И положение вне игры. В этом эпизоде его возвращает Марувжанов шайбу арбитру. Еще одна точка. И продолжаем. Контролируют все шайбы бинокоровцы. За воротами. Маружанов. Такая вот передачка. И снова контратака. Бежит Мясников. Мясников. Бросок, но не точно. Еще один отбор. Здесь падение. Контратака. Бекнур Разбеков. Так, вот здесь отскок, и шайба влетает в сетку ворот Бинокора, а Исултан Сеид Касым становится автоматом этого точного броска. И вот здесь Искаков, ну, в общем-то, выходил неплохо и шайбу выбивал. В целом-то, конечно, неплохо. Но отскок в пользу Исултана Сеид Касым сложился. И этот отскок стал результативным. Исултан Сеид Касым забросил еще одну шайбу в этой игре. И снова проход, и снова бросок. Миронов забирает шайбу, тут же ее в игру. И не видит этого сейчас Шангараев, который так спокойно покатил. А ему партнеры подсказали: играй, играй. Миронов молодец. Миронов, вот он прям, вот этот момент он показывает, что Саша в воротах именно играет, да, и что вот бросили, он в игре, он видит, что соперника нет, что можно ввести сразу же шайбу в игру. Вот это он видит, вот это он чувствует, вот это он понимает, и это говорит о том, что вратарь сохраняет концентрацию во время игры. Молодчик, Саша, молодчик. Здесь подбор, еще одна передача, и Жангир Булат, еще один отскок. Дальше бросает Морозов, Булат. Ну, рослые-то они рослые у Спартака. Но я вам секрет открою для тех, кто, ну, болельщики Бинокора. Все обращают внимание на Макса Самойлюка. Какая комбинация и почему она голом не завершилась?
Ай-яй-яй-яй-яй. Так все хорошо, так все красиво. По поводу Макса Самойлюка, вот интересно, болельщики-то, вот этот 33-й, он какого года рождения? А когда им говоришь, что он даже не 2010-го, а 2011-го года рождения, Самойлюк 2011-го года рождения. Да, он еще на год младше. Вот так вот. Ну, рослый парень, мне писали, по-моему, у него... папа с мамой тоже, да, высокие. Вот здесь проход вперед, Самойлюк в дальний угол. Здесь реакция Рахимова. Рахимова Искака. Хотя нет, опять Рахимова, да. Ничего себе у меня реакция на шлема. Рахимов в воротах. Вот здесь еще один бросок. Дальше следует контратака. Саша Сила, шайби стоп. Пусть летит мимо ворот. Нормально. Хорошо сказано. Да Миронову надо на шлеме написать вот это четверостишье. Да у него шлем беленький. Так. Очередное спасение от Миронова. Шайби стоп. Она не летит мимо ворот. Но Миронов ее забирает. Есть Мясников на точке вбрасывания. И Айсултан Ситкасы. Спартак всерьез претендует на то, чтобы по итогам этого сезона прибавить еще одни медали. Какого достоинства? Это уже определит четвертый тур. Но шанс забраться на вторую, третью строчку есть. Тем более, что Актобе, идущий на второй строчке, очки теряет на этом туре. Джангир Булат, бросок, отбивает шайбу сейчас Эмиль Рахимов. И для Спартака четвертый тур будет важнейший. Ну и они молодчики, они приехали на этот тур и так вот... находились на, по-моему, пятой, да, строчке в турнирной таблице. И тут вот резко раз. И стали побеждать на этом турнире. Самойлюка мама невысокая, да? Ну, значит, папа. Значит, папа. На, здесь еще один ход зона. Ну-ка, Мясников. Хорошо пошел. Хорошо пошел. Но передача на пятаке, она прерывается. Еще один стоп-зону. Бросок поворотом. Маружанов блокирует. Еще один отскок. Ну вот, дальше я угадал, да, папа высокий. Снова подбор. И Бинокор идет вперед, Белецкий. Отскок от борта и затем начало новой атаки. Это Бикнур Разбеков уже бежит в атаку. Против него Искандер Марувжанов. Морозов. Ниязов. Сохранил шайбу. Шел вперед. Отдал по диагонали. Сохранили здесь бинокоровцы. И пошли дальше. Пошли дальше, Мясников бросает. А вот здесь уже точно шайба летит мимо ворот. Как в том знаменитом четверостишье про Сашу Миронова. Так, падает здесь Магомед Талашев, разводит руками в сторону, дескать. А что здесь, ничего? Нет, здесь ничего. И начинается новая атака, передача. Тут может что-то интересное получиться. Но нет, в конечном итоге не случается ничего. И там случилось то, что Миронову шайба так неприятно попала в шлем. Саша. Так. Мужественно надевает шлем. Этот рыцарь. Вся жизнь в шлеме. Забирает эту клюшку. Все. Нормально, говорит. А, испугались, да, говорит Мирон.
Когда один вратарь в заявке, его надо холить, лелеять. Но Миронов так чуть-чуть пришел в себя, взял небольшую паузу, сделал глубокий вдох. А здесь бросок Иргашева. Опасно было. Мясников на подборе. Еще одна передача. Есть. Вышла шайба из зоны. Это время. Ну и бросание в средней зоне. Садбек Абдалязов. Отправился на точку. И здесь вне игры. Арбитры усмотрели. И у нас еще одна пауза. И Садбек Абдалязов вновь на точке. Единоборство выигрывают сейчас хоккеисты Бинокора. Идут вперед. И здесь Миронов. Здесь Миронов. И потом уже Разживин. Потом уже и Самойлюк. Нет, не вышло. Да, осталась шайба в зоне. Мустаев. Передача на дальнюю. Мясников. Еще один перевод. И здесь Болат против Мустаева. И еще один пас. Самойлюк. Выцарапывает эту шайбу через Роберта Губер. И вот, бум, мощно Разживин. Но это точно Ворохимов. И очередная пауза, очередная смена составов наметилась у нас. Айсултан Сейдкасым, против него Белецкий. На вбрасывание вот такой вот отскок. И Бинокор развивает свою атаку сейчас. Но красно-белые не дают этому случиться. Илья еще один перевод. И вот здесь хороший проход. И передача опасна. Но Миронов успевает. Вытащит клюшку. Выпускает эту шайбу дальше. Так. Снова разворот. Мясников. Бросок поворотом. И снова справляется с этим броском. Голкипер. Вновь подбор в углу площадки. Это шайба. Остается она у Санжара. Нет. Переводит дальше. Ну и затем вывели шайбу спартаковцы из зоны. 3 минуты до окончания этого матча остается у нас. Ну что, поздравляем Спартак с победой. Завтра спартаковцам играть со Стрижами. Напомню, Бинокор сойдется с Иртышом. Спартак, с вами встречаемся в 7:30. Столкновение такое не самое приятное. Бекнур Рызбеков с соперником столкнулся в этом эпизоде. Так что с вами встретимся завтра в 7:30, а с болельщиками команды Бинокор в 9:00 на матче Бинокор-Иртыш. И завтра будем подводить уже итоги всего этого тура. Ну а здесь в большинстве Спарта пацаны с этой встречи остается. Бинокоровцы шайбы пытаются его вынести в середину площадки. Выход 1-1. Ну и гол! В меньшинстве Бинокор все-таки забросил. Тимур Неязов убежал, переложил и забил. Тимур Неязов красиво, эффектно. И вот он Бинокор, не сдается. Эта команда вообще никогда ни при каком счете. Убежали в контратаку, момент реализовали и сделали счет.
9-4 в этой игре. Молочки. Молочки. Ну и здорово, Тимур Ниязов, да, так вот. Взял все в свои руки, побежал. Уходит Шайба в угол. И еще одна передача. Сидка Сэм. Султан. Передача чуть повыше. Еще один возврат шайбы. Сидка Сэм. Перевод в середину. Здесь Ниязов. Длинный пас. Перехват. Булат. Бросает, но не точно. Ну что ж, еще раз спартаковцев с победой в этой игре. Бинокору спасибо за классный хоккей, как ни крути. Он получился хорош. Он получился интересным. 3-0, 3-3. Хороший матч. Да, где-то, наверное, много эмоций в игре с Бейборисом оставили хоккеисты Бинокора. Но, в общем и целом, Бинокор тоже понравился. Как и понравился Спартак. Спасибо за ту теплоту, что мы создали в нашем чате. В конце игры здесь небольшая словесная перепалка. Спасибо за ту теплоту в чате, которую вы создали. Ну и спасибо большое за внимание, конечно же. Павел Самойло меня зовут, для вас я эту встречу комментировал. Мне помогал Артур Малинин в качестве режиссера трансляции. Ну и что здесь по итогу-то? Время вышло, показано на табло. Все или не все? Ага, еще и удаление там, да? Викнул Разбеков. На секундочку присядь. И не я. Ну и такое чисто символическое уже вбрасывание у нас остается. Не звучит серия. Подбили Иргашева сейчас в конце этой встречи, но надеюсь, что поддержан никакого повреждения не получил в этом эпизоде. Ну а на этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Еще раз Спартак с победой. До скорых встреч на хоккее. Еще увидимся, еще победим. Пока-пока. Надо помочь, воровство, это грех.